А, ребят, Комсомольск, отлично. А, всем добрый день, добрый вечер. Я знаю, что у кого-то уже вечер, у кого-то еще день. А, меня зовут Царненко Анна. Сегодня мы поговорим о возможности номер один на сегодняшний день компании TalkFusion. А, сегодня вы узнаете о возможности заработка в интернете с нашей компанией, с нашим классным инструментом, с нашим продуктом, который на сегодняшний день имеет колоссальные результаты. Мы сейчас начнем. Так, секундочку. Офис из Каменогорска, отлично. Всем огромный привет. Я думаю, что здесь есть люди, присутствуют, которые первый раз попали на нашу встречу, и наверняка им сказали их знакомые, их близкие, родственники, что сходи, пожалуйста, перейди по этой ссылке, ты узнаешь здесь очень важную информацию. Возможно, она тебе пригодится, возможно, ты будешь зарабатывать вместе с нами, с нашей компанией, в которой мы строим бизнес. А, да, действительно так. А, без разницы, где вы находитесь, в любом городе, в любой стране, с любым образованием, с любым возрастом, любого пола, человек, может строить бизнес нашей компании. И сейчас мы поговорим именно о нашей компании, о нашем продукте, который предлагаем, на рынке. Представьте, какова была бы ваша жизнь, если бы вам, с самого начала работать таких гигантских, как Facebook, Twitter, Apple, да, а если вы были бы в начале с этими брендами, какова была бы ваша жизнь, что бы изменилось, да, некоторые даже представить себе не могут, какова могла бы их быть жизнь, да, то есть вы ездили бы на той бы машине, вы жили бы в том же доме, в той же стране, путешествовали так же часто, либо не путешествовали бы, как вы, может быть, не путешествуете сейчас, как вам хотелось бы. Какова, то есть, как подумайте, пожалуйста, что могло бы быть, что могло быть по-другому? На сегодняшний день эти бренды, эти гиганты, эксперт называет величайшим изобретением в истории, потому что на сегодняшний день это миллиардные бренды, которые в свое время вышли несколько лет назад на рынок и представили нам свои продукты, и мы без этого уже не можем жить, мы не можем жить без телефонов, мы не можем жить без социальных сетей. Мы не можем общаться уже просто так, нам нужно видео, и поэтому на сегодняшний день видеокоммуникации в интернете это тот сегмент рынка, который дает очень большие колоссальные результаты, как в использовании, так и как возможность зарабатывания денег. Вот на сегодняшний день наша компания предлагает Connect. Connect это одна из самых важных, может быть, главных технологий на сегодняшний день нашей программе. Это программа, через которую мы общаемся сейчас, но я вам хочу сказать только, это лишь малость того, малость функций, которые предлагает на сегодняшний день Connect. Это общение в формате видео огромного количества человек, это общение с любого носителя, это может быть телефон, это может быть какой-то планшет, это может быть ноутбук, это может быть компьютер, без разницы. Вам только лишь придется нажать на ссылочку, и вы уже оказываетесь в таком видеоразговоре. Я вам хочу сказать, что на технологии, о которой мы сегодня будем говорить, на Connect уже подана патентная заявка, да, и наша компания будет собственником данных разработок. Мы сейчас посмотрим видео, о котором краткое описание нашего сервиса Connect.
Может быть, кто-то сейчас, посмотрев ролик, скажет: «Ой, я очень далеко от компьютеров, да, я с компьютером на «вы», я ничего не понял, что это, как это, и, наверное, не для меня». А, ребят, пожалуйста, досмотрите нашу презентацию до конца, и вы поймете, что разбираться в чем-то таком техническом, да, которые технические моменты, вам не нужно быть программистом, вам не нужно быть специалистом IT, и действительно все очень легко. Буквально одним нажатием, одним кликом вы можете делать очень серьезные вещи. И тем, действительно, в WebRTC это очень серьезно, это связь в режиме реального времени. То есть самое главное, преимущество всех наших инструментов, всего нашего сервиса, это простота. Это один из самых главных преимуществ нашего сервиса. Нужна только веб-камера и нужен только интернет-браузер, то есть, да, любой. Здесь не нужно никаких загрузок, не нужны какие-то приложения, каких-то программ для регистрации. Этого ничего не нужно, не нужно дополнительно чего-либо скачивать. Здесь универсальная совместимость, неважно, с какого устройства вы зашли, я уже об этом говорила ранее. И, конечно же, здесь высокое качество звука, изображение, пиринг и, знаете, кристально чистое изображение, то, что идет, изображение будущего. То есть то, что в некоторых других программах у нас идут кубики, что-то непонятное, да, вот расплывчатый экран, нет. Именно идет такой, знаете, плоский, очень открытый и с четким изображением экран. Также отправляется сообщение, вот именно видеосообщение, без каких-либо посредников напрямую. Это тоже очень важно. И представьте, что вы больше можете не пользоваться теми инструментами, теми программами, которыми вы пользуетесь сейчас, да, вы видите их на экране. То есть сейчас вы можете, не загружая, не скачивая FaceTime, Skype, WebEx, другие, да, интернет-телефония, то есть международные звонки, да, не нужно тратиться деньги на какие-то наш стандартный телефон, то есть это все уже в прошлом. Сейчас революционная технология, и именно общение очень просто, бесплатно, да, между собой, и одним кликом вы общаетесь с огромным количеством человек. Это очень ценный сервис. Будущее смотрит вам в глаза, и к 2016 году 4 миллиарда компьютеров, планшетников, смартфонов будут обладать именно функциональностью WebRTC. Если сейчас кажется, что, ну, как-то не похоже, что это будет, как-то нереально, я привык по старинке, да, для кого-то по старинке были телефоны, телеграфы, да, а потом пришла электронная почта, постепенно мы уходили от таких дедовских методов, мы пользовались новыми технологиями, и сейчас тоже скажете: «Да я по старинке пользуюсь этой программой, я по старинке буду пользоваться этой программой». А я хочу сказать, что пользуйтесь, да, но со временем, когда вы понимаете, идут новые разработки, люди уже пользуются совсем другим сервисом, вы тоже скажете: «Окей, я тоже перехожу на супер новые инструменты, да, с помощью которых мы общаемся». Поэтому вы должны понять, что здесь хотите вы или не хотите, но в любом случае к этому придут многие, я скажу, что большинство пользователей интернета. И хочу сказать такую вещь, что компания TalkFusion – это инноватор, это не последователь, это не компания, которая смотрит на кого-то и создает похожее. Это компания, которая создает свои новые технологии, а затем уже другие компании копируют и создают что-то подобное. И я хочу сказать, что компания 2007 года на рынке, и первым инструментом это было видеописьмо. Это возможность отправки одним нажатием, одним кликом до 30 тысяч писем в формате видео. И очень много преимуществ этого видео. Мы до сих пор, да, когда рассказываем людям о наших видеописьмах, о видеогазетах, о социальных сетях именно в формате видео, люди еще не понимают, да, что это возможно. Но компания это уже предвидела 7 лет назад, и уже 7 лет назад вышла с этим инструментом. И кто-то говорил, что это не пойдет, нам достаточно и текста, нам достаточно просто картинок, но
компании у президента очень такое дальновидное, видение компании, поэтому знаем, куда мы идем, и знаем, какие инструменты будут пользоваться спросом и будут иметь очень хороший результат использования. Посмотрите, вот видеописьмо, то есть это новый способ коммуникации, то есть это возможность отправки видео, оно приходит очень легкое, да, то есть это обычное текстовое письмо, не нужно никаких либо загрузок, приложений. Компания предлагает более 1000 вариантов готовых шаблонов на различных языках. Наша компания международная, поэтому неважно, где вы находитесь, неважно, в какой стране отправляется видеописьмо и на каком языке, всегда можно выбрать язык, тот, который нужен. И выбрать непосредственно логотипы, выбрать дизайн. Это будет, может быть, туризм, это может быть ресторан, это может быть фитнес, это может быть какое-то строительство, недвижимость, без разницы. Вы вставляете туда видео одним кликом, отправляете до 30 тысяч писем. Причем это все можно сделать также с любого смартфона. А также следующий инструмент, который просто шокировал предпринимателей и компаний, которые хотят продвигать свой бизнес в интернете, это видеогазеты. То есть это одностраничные сайты, за которые не нужно дополнительно платить, за которых не нужно платить за последующее обслуживание этих сайтов. То есть это сайты, которые создаются буквально за 2 минуты. Вы можете их постоянно обновлять, вы можете дополнять информацию. Вы можете... Я очень за вас рада, что вы встречаетесь, сотрудничаете с компанией LR. Я вам хочу сказать, что для компании LR у нас есть очень много готовых шаблонов и видеописем, и видеогазет, которые непосредственно продвинут ваш продукт на рынке, и вы посмотрите, какой результат идет именно от предоставления информации в формате видео. Ни для кого не секрет, что тексты, картинки уже не так продают, как продает видео, почему видеореклама, в принципе, на телевидении, в интернете самая дорогая, потому что видео впечатляет, видео вызывает эмоции. Мы сейчас, какой выбор сделаем мы? Либо нам пришли бы и показали видео, как делается, как элементарно что-то готовится, либо я сижу и читаю, да? Люди такие ленивые сейчас, не любят ни читать, ни писать. Если мы отправляем, мы везде стараемся отправлять именно видео, чтобы передать ту информацию, которую мы хотели, максимально приближенную, да, и поэтому как раз именно видеоформат присутствует у всех наших инструментов. А еще у нас есть один из таких классных инструментов, это видеоавтоответчики и форма подписки. Для тех компаний, у которых есть сайт, очень классно идет конвертация из новичков, из потенциальных клиентов, которые просто зашли на сайт, они, эти новички, конвертируются в постоянных клиентов. Каким образом? То есть люди, компании на своем сайте оставляют форму подписки, и люди, которые заходят на этот сайт, оставляют свои имейлы, они хотят получать новую информацию, какие-то скидки, какие-то акции, какие-то первые бесплатные уроки, то есть таким образом прибавляется база клиентов, да, она создается, у нас очень много-много, конечно, примеров, когда юридические лица, компании с минимальных количества своих клиентов увеличивали до максимального, 1000-2000 клиентов, которые именно зашли через сайт. Я хочу вас спросить, да, почему именно интернет? Вы, наверное, сами догадываетесь, да, что кто сейчас смотрит телевизор, а кто находится в интернете? И если я вас спрошу, кто вчера смотрел телевизор вечером, а кто был в интернете, вы мне все скажете, что это будет, конечно же, интернет. И поэтому все наши инструменты представлены именно в интернете. И когда человек заходит на сайт, он видит, что компания ему предлагает какой-то бесплатный урок, бесплатный мастер-класс, он оставляет свои имейлы, затем начинает на автомате компания работать с помощью видеописем, либо видеогазет. Я вам хочу сказать, что компания настраивает это всего один раз, и забывает, и такой рекламный робот работает с потенциальным клиентом. Это очень легко, очень удобно, экономит время, экономит денег на менеджера дополнительного, который бы все это делал вручную. Поэтому
Вот один из главное, да, это верный момент. Посетите-ка Apple, Google, Facebook, видите их товарооборот, видите какие-то цифры. И действительно, сейчас именно рынок видеокоммуникации в интернете – это один из самых сегментов рынка, самых успешных, и сегмент рынка, из которой компании создаются просто долларов миллиардные бренды, да, создаются. Немного о компании, то есть компания, нужно выбирать для себя правильную компанию. На сегодняшний день я полностью уверена в своем выборе. Компания без задолженности работает с 2007 года, это член ассоциации прямых продаж, и я вам хочу сказать, из 7 тысяч компаний, которые занимаются своим продвижением через рекомендации, только 180 компаний являются членом данной ассоциации. Также компания TopFusion, приверженность благотворительности. Я вам хочу сказать, что я лично была в офисе компании, была несколько раз, да, в Америке. Я знаю, насколько ценна вот эта вот благотворительность для каждого сотрудника нашей компании. Вообще, я хочу сказать, да, в такой момент, в Америке нет детских домов, да, и нету такого, чтобы благотворительность, детские дома, детей... приверживание, да, были, то, но в любом случае всегда по телевизору показывают, какая компания именно занимается благотворительностью, это обязательно животные. И если кто-то скажет, что, ой, а что они там животным помогают, я вам хочу сказать, для них это очень важно, и они всегда дают большие суммы именно в эту отрасль, в это направление. Наш президент – это сильный лидер, это человек, который основатель, директор в одном лице, это тоже очень важно, то есть у нас нет команды учредителей, либо совет директоров, который каждый тянет на себя одеяло, нет, у нас один лидер, который создал эту компанию, человек, который работает в маркетинговых отношениях уже 20 лет, он бывший заместитель шерифа, уважаемые общественники, и, конечно же, вот как раз признан и удостоен многочисленных наград за бесчисленные благотворительные пожертвования. Мы сами с этим связаны, да, и знаем, сколько денег отдается на благотворительность. Создайте себе тот образ жизни, который вы заслуживаете, мечтайте, живите. Я хочу немного сказать сейчас об отрасли, да, в которой мы работаем. Конечно же, компания могла, выпуская свой продукт, его продвигать на рынке традиционным способом, да, и вывести просто на рынок, и как обычные купли-продажи программы бы существовала. Но на сегодняшний день наш президент хочет помочь людям также поучаствовать в распределении прибыли, также хочет поучаствовать при рекомендации нашей программы. Компания выплачивает вознаграждение. То есть и я знаю классную программу, я знаю ее возможности, и рассказывая об этой программе, мне компания выплачивает вознаграждение. Людям интересен наш продукт, либо людям интересна наша возможность. В любой точке мира, где бы я ни находилась, компания мгновенно выплачивает деньги за мои рекомендации. Компания, отрасль, в которой мы работаем вообще на сегодняшний день, да, имеет вообще огромный объем продаж, это 154 миллиарда долларов, и действует более чем в 150 странах. Вы понимаете, что вообще на сегодняшний день бизнес MLM-индустрии, он очень развит в многих странах, и причем хочу сказать, что в Японии 80% товаров и услуг именно предоставляется через рекомендации. И на сегодняшний день маркетинговым отношением именно наша отрасль занимается более 92 миллионов людей по всему миру. Преимущество – это низкие начальные затраты, неограниченный потенциал заработка. Вы сам себе начальник, и вы сами себе устанавливаете рабочее время, как сказать, рабочие будни. Я скажу немного о себе. Я бывший банковский работник, и 8 лет я работала в банке, главным специалистом, работала с 8 и, как сказать, до 6, до бесконечности, как это, может быть, делают, да, многие банковские работники. Но для себя решила я 2 года назад, что хочется поменять жизнь, хочется больше путешествовать, хочется стать финансово независимой и свой доход
именно самой создавать планку и идти к тому, какой доход ты хочешь получать. То есть, если я работаю где-то на работе, у меня начальник, и хоть 24 часа я буду работать, но я буду получать тот доклад, который мне установлен. Здесь я выбираю сама, сколько я хочу в неделю, в день работать. Если я выбираю несколько часов, соответственно, это будет определенный доход, да, если я поработаю чуть-чуть больше, сделаю несколько, больше усилий, я заработаю намного больше. Все зависит только от меня. Я один раз сделала, начальные затратилась один раз, да, при включении в бизнес, и на сегодняшний день мой бизнес дает очень хорошие результаты. Я лично сама в этот бизнес пригласила 18 человек, это люди, которые по моей рекомендации купили программу. Всего 18 человек за 2 года. Вы понимаете, что это не очень большая цифра, и каждый из вас в среднем, да, это один человек в месяц, больше, даже меньше, вы можете рассказать об этой возможности. И на сегодняшний день в моей команде около 6 тысяч человек. Это люди в абсолютно разных городах, в разных странах, и нету границ нашего бизнеса, нету границ продвижения нашего сервиса. Я хочу сказать, не имея опыта, я не училась 5 лет, да, для этого, не имея навыков каких-то, но имея желание и имея цель, куда я иду, это все так получилось. Я вам хочу сказать, что это только начало. И как раз вот что для меня, да, что меня привлекло в этой компании, то, что здесь нет ни абсолютно никаких ограничений для людей, которым я могу предложить этот бизнес. Люди могут быть 18-летние, люди могут быть старшего поколения, для различного пола, различной профессии. У нас очень много и финансистов, и врачей, и военных, и просто домохозяек, и программистов, да, то есть вообще абсолютно любой человек может начать этот бизнес. Главное, как я уже повторила, было желание взять и все в свои руки и быть ответственным за свой финансовый результат. Если традиционные вы партнеры, да, я партнер, то есть традиционный бизнес — это уход на пенсию 40 лет работы, да, 8-12 часов в день, неподконтрольный вам график, то есть вам нужно вставать в 7 утра, вам нужно уходить с работы там в 6 утра и не раньше, не позже. Я знаю, потому что я через это прошла, я 5 лет училась в финансовой академии, затем вот постепенно по карьерной лестнице шла, достигла определенных результатов, но знала, что уже выше потолка, выше оклада своего не прыгнешь. Конечно же, это ограниченный заработок, которые контролируют тот и другой. То есть на самом деле, если мы работаем на кого-то, мы исполняем мечты кого-то. Я сейчас на сегодняшний день работаю в компании TalkFusion, исполняю свои мечты и знаю, что для этого нужно сделать. Вот как раз маркетинговые отношения, что из себя представляет бизнес, в котором мы работаем. Это финансовая независимость через 2-5 лет, 1-2 часа в день вы можете уделять этому бизнесу столько времени. Вы сами себе устанавливаете, хотите работать утром, хотите работать вечером, как вам удобно. И, конечно, неограниченный доход. Все зависит только от вас, и вы сами контролируете свою жизнь, да, и те доходы, которые вы можете получать. Для многих, может быть, будет вопрос, да, как получают здесь деньги. Сейчас, секундочку, я как раз покажу. Это карта. Что мне понравилось больше всего, вот видите, она уже маленько здесь затрепалась, потому что она к банкомату ходит очень-очень часто, да, и уже была заказана, уже была произведена замена этой карты, но эта карта всегда спасает, потому что на нее приходят деньги в течение 3 минут, как только прошла где-то прошел товарооборот. А как банковский работник, я понимаю, что карта Visa, она всегда карта Visa, здесь хоть в России, хоть в Америке, хоть в Европе, это везде известная, да, и одна из самых главных платежных систем в мире, да, карта вселенского изобилия, и никогда нету проблем денег, потому что карта TalkFusion дает возможность снимать в любом банкомате мира, это тоже очень важно.
а вы получаете деньги в любом месте, и также вы можете их тратить и обналичивать. Я сейчас вам покажу именно ролик, в котором будут представлены все наши... Нет, сейчас, секундочку, это не то. В котором мы сейчас посмотрим, как здесь можно зарабатывать деньги, что нужно для этого сделать. И после этого видео я еще сделаю кое-какие пояснения. Success is more than being at the right place at the right time. You have to take action. Don't become a member of the 40-40-40 club, working 40 hours a week for 40 years of your life just to retire on 40% of what you couldn't afford to live on in the first place. You can earn real money right now. While other companies pay you weekly or even monthly, TalkFusion is the only company that pays you instantly. Do you know two people that want to earn additional income? Can you help them find two others to do the same? Of course you can. It really is that easy. You will be paid based upon all the product sales that go through your team. Every time you share our products, you can earn a fast start bonus of $120, and there's no limit to how many you can earn. The best part is, your commissions are loaded within 3 minutes onto your very own branded Visa card. It all starts with you personally introducing two people. We'll refer to this as your left team and right team. For every one sale left and one sale right, whether you personally made the sale or not, you will earn a team commission of $150. For example, you personally introduce Bill and Sue. You will earn a fast start bonus of $240, and you will earn a team commission of $150 for a total of $390. Now Bill and Sue are excited. They go out and share the opportunity with two of their closest friends, and you get paid an additional $300 in team commissions. This simple concept, when repeated, creates a win-win for everyone. When new people join, they are excited, share the opportunity with their closest friends, and sales count to unlimited levels. This benefits the entire team. With as few as 20 people on your team, you can earn an extra $1,500 and qualify for the Mercedes Madness car bonus. With 60 people on your team, you could earn an extra $4,500. Think about it. This is your monthly payment for that dream home you always wanted. You'll also qualify for the TalkFusion Dream Getaway in Hawaii. With a team of over 150 people, you could earn over $10,000. Remember, it all starts with knowing just two people. Now it's time to decide the best way to get started. All you have to do is join for a one-time associate fee of $30 and pick your product package. There are four product options to choose from. Let's start with our entry-level starter package. It offers basic commissions, a $500 per week earning potential, and our video email product for a one-time cost of $125 and $20 a month. Our executive package offers an additional bonus of up to $25 for every product sale within your team and a maximum earning potential of $1,000 per week. It includes our video communication suite with limited features for a one-time cost of $250 and $35 a month. Our lead package offers an additional bonus of up to $75 for every product sale within your team and a maximum earning potential of $25,000 per week. It includes our video communication suite with more advanced features and limited customization options for a one-time cost of $750 and $35 a month. The Pro Pack is the best way to get started, as it offers an additional bonus of up to $150 for every product sale within your team and a maximum earning potential of $50,000 per week. It is the absolute best product value, as it includes our entire video communication suite with the most advanced features, functionality, and customization options, including private labeling, all for a one-time cost of $1,499 and $35 a month. Timing is everything. The longer you wait, the more money you'll be making for someone who simply got in before you. Don't miss your opportunity. Two men understand this all too well.
When the founder of Facebook, Mark Zuckerberg, invited 5 people to his Harvard dorm room to discuss a business opportunity, only 2 showed up. Dustin Moskovitz and Eduardo Saverin are now worth $6.5 and $3.4 billion. The other 3 simply missed out. Will you? Get back to the person who invited you to this presentation and get started today. Ну, вообще не получилось, что включился на английском языке, да, с субтитрами. Хорошо, что дети у нас как раз глухонемые, а они послушали, да. Но есть все это на русском, кому интересно, я могу сейчас отправить, да, либо, я думаю, что мы сейчас не будем включать на русском языке. Смысл нам понятен, и сейчас я вам расскажу еще поподробнее. Нормально. Самый главный у нас человек в записи сказал нормально. А, смотрите, с чего начинается бизнес, с чего начинается бизнес компании TalkFusion? Как вы увидели, у нас есть 3 пакета, 4 пакета. Я про один постоянно забываю, потому что не считаю, что на нем можно максимально зарабатывать в быстрые сроки. Потому что на сегодняшний день любой человек, который хочет прийти в бизнес, хочет максимально зарабатывать. И для этого у нас есть профессиональный пакет, это пакет Pro, который стоит $1499, почти $1500. А один раз вы вкладываете в бизнес, и в дальнейшем вы платите только один раз $35 абонентская плата. То есть я вложила в этот бизнес $1500, и мои вложения в бизнес ежемесячно $35. А больше я ни за что не плачу, всегда получаю вознаграждение, комиссии, доход от компании, где бы я ни находилась. Здесь у нас идет такая акция на продвижение этих профессиональных пакетов, и за 2 рекомендации компания еще плюсом $500. Я вам хочу сказать такой момент. Сделайте 2 рекомендации на профессиональный пакет, вы получаете $890. Ребят, задумайтесь, $890, некоторые за эти деньги работают месяц. Вы можете деньги заработать в течение нескольких дней, можете заработать в течение недели. Вы можете в течение 2 недель заработать $2000. $2000 один раз вложив 1500, через 2 недели вы окупаете свои вложения, и идете 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю неделю, да, вы работаете в прибыль. И так до бесконечности работаете в прибыль. Всего 2 недели вам такого, знаете, расслабленном состоянии сделать 2 рекомендации в неделю, 4 рекомендации в 2 недели, и вы уже зарабатываете $2000. Это 60 тысяч, это поездка куда-нибудь сейчас отдохнуть. Сейчас на улице тепло, сейчас на улице... Главное, прочитала, да, людей найти. Вы поймите, пожалуйста, на сегодняшний день очень много людей хотят и ждут возможности. Я не знаю, как вы их ищете, но мне люди сами пишут и спрашивают. Расскажите, пожалуйста, о возможности. Я вам хочу сказать, для того, чтобы понять, как вы можете приглашать в этот бизнес людей, у нас есть отдельный курс. Как работать, и как раз несколько дней назад я рассказывала об этом, как рассказывать о бизнесе нашем, и как делать очень хорошие результаты в мгновенные, не знаю, мгновенные сроки, моментальные сроки, за неделю, за 2. Да, правильно, Даймонтраж в помощи, я вам сегодня сброшу сегодня в чаты именно запись нашего обучающего курса. Это уже маленько другая тема. На сегодняшний день, вот на данном случае, на встрече мы рассказываем о возможности взять бизнес, купить франшизу за $1500. А где вы можете купить какой-либо бизнес, заплатив всего $1500? Я вам хочу сказать, такого невозможно. Существуют определенные риски, определенные трудности, и вам никто, самое главное, никто не будет помогать. Ваш результат
ваши доходы, не заинтересован будет никто. В нашем бизнесе, да, у меня всего 18 человек, это не такая-то большая цифра за 2 года. На сегодняшний день у меня в команде 10 тысяч человек. Я вам скажу, что вот глухонемые здесь, опять же, около 2000 человек у меня только глухонемых. Я вам хочу сказать, путешествовать может твой человек, и на сегодняшний день, я вам сейчас покажу фотографии с ребятами, по которым мы ездили в Америку, это было 60 человек, в том числе 20 человек, 30 человек только из моей команды, и люди, которые еще не имеют большой статус, и люди, которые включились несколько месяцев назад, но они для себя понимают, что мероприятия, тем более международные, как в Америке, нужно посещать, и это потом будет работать на них. И этим людям тоже пишут и говорят, расскажи, как побывать в Майами, расскажи, как ты побывала в Нью-Йорке, и почему ты там вообще бываешь, с чем связан твой бизнес. Понимаете? Нужно посещать мероприятия, это тоже одно из одних из секретов успеха. То, что говорим мы всегда на обучениях, это то, что и работает. И мое первое международное мероприятие было в Праге 1,5 года назад. И я, конечно, была в очень низком статусе, и я не понимала, как строить этот бизнес. Но побывав рядом с президентом, побывав с американскими лидерами, с долларомиллионерами, с успешными людьми, у которых просто их доход семизначные цифры в долларах, ты понимаешь, как строить этот бизнес. И ты знаешь, и кто бы тебе ни написал, не сказал против, ты сам причастен к этому бизнесу, потому что ты был в офисе, и ты знаешь, как это делается изнутри. Я и другие ребята, в том числе Лера, которая записывает сегодняшнюю встречу, была лично в офисе, и мы знаем и уверены в компании на 100%, потому что мы знаем, как это все делается, для чего и что нас ожидает в будущем. Вот. Поэтому несколько, да, еще у нас есть пакетов для тех людей, которые нет возможности заплатить 1500, есть пакет на 750, есть пакет на 250, есть пакет на 125. Я вам хочу сказать, цель для этих людей, которые зашли на другие пакеты, первоначальная цель – это всем сделать апгрейд и выйти на 1500 долларов, потому что доход за одну и ту же работу, либо в 12 раз больше, либо в 12 раз меньше, имеет значение. Я вам могу сказать, что либо вы встретились с человеком, он говорит, да, хорошо, либо вы получили 10 долларов, либо получили 120 долларов, разница есть. Вы сделали одну и ту же работу, вы потратили одно и то же время и рассказали одну и ту же информацию. Поэтому первоначально люди пытаются выйти на максимальный пакет, чтобы получать максимально от компании те вознаграждения, которые нам они предусмотрены маркетингом. Еще такой момент я хочу сказать, да, кто быстрее начинает бизнес нашей компании, тот и получает больше доход. Я вам хочу сказать, да, что вы можете присоединиться, и сейчас вы можете присоединиться через год, и вы также будете зарабатывать, но за этот год вы потеряете вот это вот, знаете, свой успех, вот отдвинете на год. И те деньги, которые вы могли зарабатывать год назад, вы заработаете только через год. Вы заработаете через год и через два. Но хотите вы уже через 2 года путешествовать, как я, каждые 2 месяца побывать на Гавайях 2 раза в год, когда компания вам бесплатно дает такие непосредственно путешествия бесплатно, ездить на автомобиле вашей мечты, чтобы компания оплачивала вам Mercedes за 600 долларов. Я хочу, и кто-то здесь пишет, да, у тебя страничка, у тебя очень много путешествий, и люди тебе звонят и пишут, и говорят, мы хотим так же. Но поверьте мне, я обычный человек, и я пришла в этот бизнес таким же, как и вы, можно сказать, зеленый. Я не знала этого бизнеса, и когда мне нарисовали кружочки, я сказала, нет, я против сетевого, я не вижу себя в сетевом. Я покупаю баночки, мне нравится какая-то продукция в сетевом бизнесе, но я не вижу себе именно бизнес-леди в сетевом. И поверьте, мне тоже были свои, как говорится, тараканы. Но я увидела в этом инструменте, когда мне рассказали более подробно презентацию, я увидела в этом инструменте в нашем сервисе будущее. И я понимала, что с предпринимателями, с компаниями, которыми я работала в банке, это необходимо. И при рекомендации этой программы мне компания будет платить вознаграждение. И потихоньку, когда я начинала дальше разбираться, я понимала, насколько сильна именно сила команды, и именно насколько важно понимание того, что ты даешь возможность каждому человеку зарабатывать деньги.
И когда я понимала, что нужно находиться на всех мероприятиях, и я понимала, что это вам даст дальнейший рост. И когда у вас будет определенный статус бриллианта, двойного бриллианта, тройного, либо элитного бриллианта, как у меня, у вас будут, конечно, уже другие, конечно, потребности. И я хочу сказать, да, я не ожидала, что это все возможно, потому что я не верила сама. Но когда я бывала на первом мероприятии, я поняла, что все реально. И любой человек может стоять на сцене и рассказывать свою историю успеха. И любой человек, который сидит в зале, скажет, я хочу так же. Все сделать по системе, которая у нас есть, и будут очень хорошие результаты. И не нужно говорить, что вот у тебя получилось, у тебя сможет, другие люди не могут. Ребят, все у вас в голове, насколько вы хотите делать бизнес, насколько вы хотите стать финансово независимым. Да, вот мой Мерседес, за который компания не платит вознаграждение по 100 долларов ежемесячно. Это наш партнер из Индонезии, который ездит на Феррари. Это наши ребята, которые на сцене в Екатеринбурге, которые также получают бонусы за по 100 долларов. Да, ВЛР дают за Порш, не знаю, за что дают ВЛР, но вот у нас ребята ездят на Мерседесе. Также я хочу показать вам страничку с фотографиями наших гавайских путешествий. Я хочу сказать, что это люди абсолютно разных городов, стран. Это Владивосток, Екатеринбург, это Пермь, это Казань. Ребята, студенты, риэлторы, фотомодели, менеджеры обычные. Ребята, которые никогда себя не видели в сетевом бизнесе. И, может быть, кто-то был тоже против этого бизнеса, потому что были навязаны какие-то стереотипы и какая-то негативная информация. Посмотрите, наши ребята в Америке. Вот мы большой командой здесь находимся в Тампе, это штат Флорида, это город, в котором зарегистрирована наша компания, мы с президентом здесь, мы ездим по Америке, общаемся со всеми и понимаем, насколько насколько расширяется ваше сознание, и вы понимаете, где вы можете путешествовать, как вы можете, на каком уровне путешествовать. Я работаю только с теми людьми, которые именно такого же мнения, которые хотят развиваться, которые хотят больше путешествовать, хотят ездить на автомобиле класса люкс и хотят жить в той квартире, которую они хотят, которую они могут и еще дополнительно платят ипотеку. Я сейчас хочу вам показать буквально небольшой ролик нашего приветствия. Я как раз с берегов Майами-Бич, и как раз вы можете посмотреть, что это ребята, некоторые, которые зарегистрировались несколько месяцев назад, но они уже приняли для себя решение, что они будут на международном мероприятии, потому что это им даст еще больше успех в их деятельности. Путешествия, которые у меня есть и на сегодняшний день, обо всем об этом я рассказываю с помощью видеописем. 2 года назад я также узнала о том, что на сегодняшний день можно строить бизнес, сидя дома в 140 странах мира. Я пригласила в бизнес 2 человек по нашей системе. Система очень простая. На сегодняшний день у нас сюда, в Америку, приехало больше 60 человек. Все эти люди раньше имеют разные профессии. Партнер, которого я пригласила через интернет, Аня Царненко, банковский работник. Ребят, я в бизнесе ровно 2 года, я раньше работала в банке, 8 лет я работала каждый день с 8 до 6, но сейчас жизнь поменялась, я очень много путешествую, поменялся образ жизни, поменялся финансовый статус, я 5-й раз в Америке. За 2 года, 5-й раз в Америке. И я думаю, что каждый из вас может тоже себе это позволить, ребята, которые сегодня вместе с нами, год назад не представляли, и сейчас они вместе с нами отдыхают в этом классном месте. Я в прошлом профессиональный военный, меня зовут Александр Сизов, и для меня Talk Fusion это стиль жизни. А я Галина Сизова, с Александром мы вместе с ребенком приехали сюда, в Америку. Вы не представляете, какие ощущения. Год назад мы даже не подозревали, что мы сможем этого достичь. И мы понимаем, что это только-только начало. Talk Fusion мечты сбываются. Меня зовут Вера, я из города Пермь, по профессии я врач функциональной диагностики. А сейчас я стою на берегу Атлантики. Если получилось у меня, получится у всех 100%. Однозначно. Меня зовут Светлана, я Благовещен, Дальний Восток. Я когда смотрела такие видео, я дала себе возможность
поехать сюда. Дала слово, и я здесь, всей семьей, с мужем, с дочкой. Это классно. Супер. Всем привет, меня зовут Дарья, я из Владивостока. И я партнер компании «Турфьюз», узнала данную возможность несколько месяцев назад. И ни за что бы не подумала, что смогу вот так вот поехать со своими друзьями, со своими партнерами в Америку, да еще и в Майами, где солнце, море. Ребят, здесь Екатеринбург, Пермь, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Комсомольск на Амуре. Включайся прямо в любом сейчас. Месте, в любой точке мира можете быть партнером нашей компании. Огонь! Вот так весело мы отдыхаем, не только работаем, да, но и отдыхаем. Я хочу сказать, чем мне еще понравился этот бизнес, тем, что здесь нет никакого физического товара, здесь не нужны склады, здесь не нужно никому-то что-то рассказывать, чтобы купили твою баночку, скляночку, либо еще что-то. Здесь у нас бизнес, который можно строить, если ты имеешь просто телефон, если ты имеешь планшет, если ты имеешь просто обычный компьютер. Все, это наш бизнес, бизнес, который помещается в дамской сумочке. Поэтому присоединяйтесь, друзья, я думаю, что те люди, которые вас пригласили сюда, ответят на все вопросы, свяжитесь с ними. И я сейчас еще вам скину ссылку, если она сумеется здесь скопироваться, именно на систему, по которой мы работаем. Наша система обучения состоит из 4 шагов, которые помогают строить бизнес и делать сумасшедшие результаты. Через 2 недели $2000 вы можете уже зарабатывать и окупать свои вложения. Сейчас я в чаты постараюсь скинуть ссылку, и также я закину еще в чаты скайпы. Всем вам добра! Правильных принятий решений. Всем до свидания. С вами был элитный бриллиант компании TalkFusion Сорненко Анна.